Всем приветик! Хочу показать, какую буду сажать тыкву в следующем сезоне. Купила тыква-конфетка крупноплодная, раннеспелая, 1,5–3 килограмма. Посмотрим, какой массы она вырастет. Так-то, мне кажется, это считается порционная, хотя крупноплодная. Но я не считаю, что это крупноплодная у нас, потому что плоды были и намного крупнее. Ну, посадим, посмотрим. Главное, что скороспелая, потому что позднеспелые и среднеспелые у нас не выспевают. Даже в этом году и скороспелая плоховато выспела, потому что сняли рано, побоялись заморозков. Так, потом вот тыква-сладкий пирог, это свои семена уже с 2020 года сажаю. Вот этот экземплярчик. Вот она вот такой формы. Ну, мелкие в этом году у нас тыквы. Одна только была на 11200, а остальные вот такие и, ну, чуть покрупнее. А в том году у нас, по-моему, что-то 17 килограмм было, 15, 13. Ну и так на убывание. Самая мелкая была 7,5 в том году. Так, представьте, какие гиганты. Повезли тыкву домой, в багажник положили, пол багажника заняла. Ну и посажу вот такую. Также подарочек от фирмы Аэлита. Парижская золотая, раннеспелая, крупноплодная. Похоже на марсельезу. Я сажала марсельезу в 2020 году. Вот такую тыкву. Ну, посмотрим. То есть, вот, 3 тыквы достаточно. 3 сорта. Хотелось, конечно, какую-нибудь еще декоративную купить. Ну, может быть, как-нибудь. Ноги принесут меня в магазин садовод. Хотя, честно говоря, уже боюсь туда идти. И, может быть, куплю какую-нибудь декоративную тыковку. Ну, на этом все. Самые тоже простенькие, но хорошие семена. Всем пока-пока.